Усім мамський привіт! Мене звати Альона, я мама-блогер, і сьогодні ми поговоримо про психологію харчування у дітей. Як навчити малюка правильній харчовій поведінці? Яких помилок найчастіше припускаються батьки? Чому ні в якому разі не можна примушувати дитину їсти? Апетит у маленької дитини – це стан, коли малюк відчуває потребу у прийомі їжі. Це виражається у бажанні дитини їсти. При цьому дуже важливо, аби дитина ставилася до їжі позитивно. Зазвичай хороший апетит залежить не лише від вдало складеного меню, а й від того, наскільки правильно організовано сам процес годування. Аби сформувати у дитини хороший апетит та зберегти його, батьки мають розуміти, чим, коли і як годувати дитину. В одній з наших минулих програм ми говорили про особливості годування дитини після року. Ми з'ясували, що однією із найрозповсюдженіших проблем в очах мами є відмова дитини від їжі. Як зрозуміти, чи дійсно дитина не хоче їсти? Ми запитали у сімейного лікаря. Вопрос питання дітей завжди інтересує, в основному, мам. Конечно же, потому что это на генетическом уровне. Ребенок накормленный, значит, ребенок будет здоровый, будет расти и дальше будет развиваться. И очень часто в своей практике приходится сталкиваться с ситуацией, когда мама обеспокоена тем, что ребенок плохо ест. И в таком случае нужно удостовериться, действительно ли это так. Здоровый ребенок ест всегда с аппетитом примерно в одинаковое время. Если ребенок отказывается кушать в течение дня, это может быть связано с какими-то функциональными нарушениями. В таких случаях нужно обязательно сходить к своему врачу, чтобы врач оценил состояние ребенка. Нужно взвесить, померить, нужно, значит, проделать какие-то лабораторные исследования для того, чтобы оценить функциональное состояние желудочно-кишечного тракта. Если все с ребенком в порядке, значит, причина в чем-то другом. То есть причина не связана с здоровьем ребенка. Причини відмови дитини від їжі можуть бути абсолютно різними. Часто вони виявляються цілком логічними і зовсім не пов'язаними із будь-якими розладами у роботі організму малюка. У дитини можуть різатися зубки, малюк може бути зайнятим грою, або він банально може бути не голодним. Детальніше про це розкаже наш спеціаліст. Яка може бути причина плохого апетиту у ребенка? Дуже часто ми не обращаем внимание на то, хочет вообще ребенок в данный момент есть или нет. Наша жизнь по распорядку, пришло время, мы заставляем ребенка кормить. Посадили его, ребенок, мы говорим сейчас о детях, от годика до трех, да? Ребенок уже может сформулировать примерно свои желания. Но очень часто мы к ним не прислушиваемся. Посадили ребеночка в креслице для кормления, приготовили пищу и начинаем кормить. Ребенок отнекивается, отмахивается, убирает, и мы заставляем ребенка. Да? Съешь за папу, съешь за маму, может даже сопровождаться угрозами. Ешь, я тебе сказала, быстрее ешь, более старших там, детей к трем годикам, да, мы можем говорить, что ешь, иначе я тебя поставлю в угол. Реакция ребенка будет разной, в зависимости от темперамента ребенка. Да? Если это ребенок слабый, значит, он будет подчиняться, нехотя открывает рот кушать, или наоборот, ребенок, если с сильным характером, он просто категорически скажет нет, и все, на этом разговор закончится. То есть мы принуждаем ребенка кушать. Это вызывает однозначно негативную реакцию. Впоследствии это может вызвать негативное отношение к еде, вплоть до того, что ребенок более старшего возраста полностью отказывается от еды. И может это закончиться все психологическим расстройством, таким как анорексия. Это очень серьезные вещи. На это родители должны обращать внимание. Основное правило: к моменту приема пищи ребенок уже должен быть голоден. Для этого просто проследите свой день. Сколько ребенок кушает и когда? Потому что печеньки, сухарики, перекусики – это все тоже еда. Очень часто бывает так, когда покушали, собираемся на улицу. Ребенок в это время там пожевал печенька. На улице купили какие-то булочки, ребенок пожевал. Пришли домой, еще там что-то, пока мама приготовила покушать, садится кушать, ребенок уже не хочет есть, потому что он в течение дня постоянно что-то жевал. Чувство голода притупляется. И очень часто бывает так, что детям даже не знакомо это чувство, что такое чувство голода.
То есть если ребенок должен питаться 4-5 раз в день, то у детей с плохим аппетитом, да, склонным к плохому аппетиту, перекусов в течение дня быть совсем не должно. Это должны быть основные приемы пищи без всяких перекусов. Деякі батьки, спостерігаючи зниження апетиту у дитини, намагаються нагодувати її насильно. Проте зазвичай це лише підсилює негативне ставлення малюка до їжі та всього, що з нею пов'язано. Якщо у вашої дитини знизився апетит, не поспішайте бити на сполох. Можливо, ви вже встигли наробити помилок у процесі виховання та годування. Давайте рассмотрим некоторые родительские заблуждения, связанные с питанием маленьких детей, которые могут навредить их здоровью. Ну, во-первых, у ребенка маленького возраста, от годика до трех, аппетит не всегда одинаков. Да? В один день он может кушать с большим аппетитом, в другой – меньше. Во-вторых, дети эти уже очень часто играются, да, игрушечками самостоятельно, и процесс игры занимает какое-то время. Нельзя ребенка прерывать и отрывать его от игры, от того незаконченного процесса для того, чтобы покушать. Нужно подождать, пока ребенок наиграется, закончит игру, а потом предложить ему покушать. Он с большим аппетитом покушает и не будет вот этого отторжения, да, что раз ты мне не даешь поиграть, значит я не буду кушать. Это уже тоже может быть такая реакция. Мы уже говорили о том, что у маленьких детей пища быстрее и лучше усваивается. Такие малоежки, они насыщаются от небольшого количества пищи. Да, там от 1/3 или 1/4 объема взрослой пищи ребенку достаточно для того, чтобы наесться. Поэтому заставлять съедать полную порцию ребенка тоже такой необходимости нет. Потом у детей маленького возраста еще очень развиты механизмы саморегуляции. То есть всегда нужно прислушиваться к желаниям ребенка, чего бы он ей хотел поесть. И надо приучать ребенка к тому, что родители интересуются его желаниями. То есть что бы ребенок хотел поесть. Это не значит, что творог, каша. Есть дети, которые более любят, да, овощные продукты, есть дети, которые любят больше молочные продукты, есть дети, которые больше любят мясные продукты. Это связано с особенностями организма, из этого вырастают особенности аппетита. А если мы будем силой кормить ребенка тем, что мы считаем полезным для ребенка, значит мы сломаем эти механизмы саморегуляции, и это приведет в дальнейшем или к анорексии, или к излишней массе тела, к ожирению, что в свою очередь будет приводить к различным заболеваниям. Часто это самое лучшее, это то, что считается лучшим по мнению родителей. Если родители питаются сами чипсами, сухариками и колбасой, так же самое это лучшее будет считаться для их ребенка. Пища для ребенка должна быть простая, домашняя, приготовленная, то, о чем мы говорили, каша, мясо, молочные продукты, творог, может как-то оформлено, но должно быть приготовлено самостоятельно, без излишеств. Нужно с детства прививать ребенку культуру питания, то есть лучше всего, когда вся семья питается одновременно, не каждый там по отдельности под телевизором, как у нас часто бывает, а за столом. Ребенок со стульчиком сидит рядом, он видит, что ест папа, ест мама, едят братья, сестры, если есть, и он тоже кушает. Потому что, как известно, высказывание, аппетит приходит во время еды, и это работает. Мы опять же заставляем ребенка съесть всю порцию. Возможно, я повторюсь, но нельзя, если ребенок категорически отказывается, силой пихать ребенка, съедать полностью это все. Полезно должно быть с точки зрения здоровья, а не с точки зрения мамы или папы, то, что он считает полезным. Очень часто мы куда-то все время спешим, торопимся, ребенок сидит, там что-то ковыряется, и возмущение родителей, давай быстрее, доедай нам, мы уходим, быстренько-быстренько. Ребенок может быстренько поесть, но польза от этого, от этой еды будет небольшая, потому что такая пища не усвоится так, как надо, она может какое-то время, грубо говоря, камнем лежать в желудке, а после этого может быть там через час, через два может быть рвота, то есть ребенок вырвет все то, что съел, потому что мало того, что это
стрессовая ситуация для ребенка, да, и нарушается работа гладких органов, вегетативная нервная система. И, кстати, очень часто такие ситуации бывают, когда после еды бывает рвота. И когда начинаешь выяснять причину этого, это, опять же, очень частая ситуация, когда ребенок кушает в стрессовой ситуации. Очень часто мы используем какие-то механизмы похвалы за съеденную порцию. Это может быть там конфетка, игрушка, там, поход куда-то, еще какие-то завлекающие механизмы. Это приводит к тому, что у ребенка формируется неправильная ассоциация с приемом еды. Еда – это физиологическая потребность, она ни с чем не должна быть связана. Ребенок хочет конфетки, за это он съедает, во-первых, опять же, тот же фактор, пища не переваривается, не усваивается так, как она должна усвоиться. И второе, ребенок может переедать, да, особенно вот ребенок с определенным типом характера, он может переедать, потому что ему хочется после еды всегда есть похвала. Да? Есть похвала, и эта похвала может быть связана даже с потребностью ребенка в любви, да, то есть он съел, он молодец, а не съел, он плохой ребенок. Это тоже нужно принимать во внимание. И наостанок невеликий лайфхак. Якщо ви хочете допомогти своїй дитині під час хвороби, ні в якому разі не змушуйте її їсти правильні, на ваш погляд, продукти. Навчіться прислухатися до бажань власної дитини, і недуг мине швидше і безболісніше. Очень часто, да, тоже родители беспокоятся. Вот он болеет, он уже 3 дня ничего не ел. Но вспомните себя, когда вы болеете, вам хочется есть? Нет, конечно, потому что в этот период организм тратит определенную энергию на борьбу с болезнью. Поэтому дополнительное питание, оно будет только, это дополнительная энергия организма, которая растрачивается на переваривание пищи. В организме всегда есть определенные запасы на черный день, поэтому по этому поводу беспокоиться не следует. Нужно достаточно давать ребенку пить жидкости, нужно давать ему кушать то, что он хочет. Если он не хочет, значит, он не хочет. Если он хочет съесть сладенького, лучше пусть он съест сладенькое. Во-первых, это будет эмоциональная такая разрядка. Во-вторых, это не будет вредить в период болезни. На цьому у мене все. Бажаю вам приємних спільних вечер, під час яких кожен буде мати право їсти стільки, скільки захоче. Пишіть нам за адресою, яку ви бачите на своїх телеекранах. До зустрічі за тиждень. Па-па!